Без дураков. Я знал двух мужиков. Настоящих, стоящих, отличных людей. Каждый стоил ровно 500 лебедей. В памяти моих, по сейчас стоящих. Первый был молод, зло, тьма, холод. Второй сед, обоих уж нет. Старый мастер, добрый учитель, говорил нам: из последних своих сил и горькую пил. Не держите руки в карманах, не делайте так, это слишком нехорошо. Кроме прочего, это странно. Молодой крендель, who preferred машины, телочек, шпоры, быдло, кино и баскетбол, молчал мне: держись, говорил: ничего, держи руки в карманах. Это все просто, мол, знай факт, да ни черта тут странного. Одного, ну как-то так, тогда очень быстро сгубила паленая водка. Второго много позже зарубежные клиники не спасли, инсульт. Мы не были друзьями близкими. Но очень жалко, что вот эти вот двое не увидят теперь настоящее солнце и тень. А не тот косяковый с сосны, блядь, пень. И не те еще те туманы предельно близкие.